передавая его своим бойцам в окоп, она услышала, как командир прикрепил, а сумка, сумка с табельным оружием и, главное, с картами осталась на санитарке во время войны. Как считала, что она вынесла с поля боя человека? Она должна была его не просто вынести, она его должна вынести с оружием. Его во имя моей великой родины, только скорее бы совнести фашистскую мразь с нашей земли. Вскоре дивизия, в которой Рита воевала, была передислоцирована сюда, на Сталинградский фронт. И здесь Рита продолжала исполнять свой воинский долг. Ее была за свои подвиги награждена маленькая, юная, можно сказать, девушка, которой не было даже еще 20 лет. Рита Сергеева, запомните это имя. Здесь же, вот возле храма, я хотела бы обратить ваше внимание еще на один объект. Вы видите, вот туда на перспективочку стоит на постаменте башня танка Т-34. Это не просто башня танка Т-34, это одна из частей памятника нашего. Памятник называется «Линия обороны». По нашему городу на протяжении 30 километров установлены на постаментах такие башенки. И они обозначают линию разграничения войск наших и немецких. Линию обороны, так называемую. И вот эти башни своим дулом указывают, с какой стороны был враг. Но это единственная башня, которая вот эту как раз функцию не несет. Здесь на Мамаевом кургане шла круговая оборона. И здесь, если мы подойдем ближе, то прочтем, что здесь на месте ожесточеннейших боев, за кровопролитных боев за Мамаев курган, как раз и установлена эта башня. Все остальные башни в городе именно показывают, с какой стороны был враг, с какой стороны были наши. И мы в этот момент, видя башню, можем определить, как далеко, как, ну, совсем близко враг был возле Волги. Но, как мы видим, враг Волгу увидел, но не пересек ее тут. «За Волгой для нас земли нет», — сказал Василий Григорьевич Зайцев. И знаменитые слова принадлежат ему, и они были с честью выполнены всеми теми, кто защищал наш великий город. Еще раз вас с праздником поздравляю. Очень рада, что вы приехали. И обещаю, что я все-таки, несмотря на все мои вот какие жизни трудности есть, обязательно побываю в вашем городе. У нас это великолепное место, очень красивое. Мы находимся здесь, и мы видели, что все это время фашизм и так далее было очень жестким для живущих. И я тоже увидел памятник, где дети играют. И это значит, что если дети играют, тогда еще есть победа, еще город не победил. Очень великолепное место, я удивился. Тоже есть чувство, что солдаты русские, они помогли друг другу. И несмотря на то, что произошло в то время, они помогли друг другу, это, думаю, самое главное. И даже если мы только видим это, мы узнаем, что это уже победа. И они молодец. Они молодцы.
Радостный день. Радостный день потому, что Сталинградская битва – это был предвестник нашей победы и всего мировой цивилизации над самой страшной войной, над самым страшным врагом фашистской Германии. Здесь был сломан хребет фашистской машины. Против нас, как и сейчас, воевали все страны Западной Европы. Все, без исключения. Даже Дания дала две дивизии СС. И вот здесь мы сегодня молились во главе с нашим митрополитом Волгоградско-Камышинским Феодором, который сказал главные слова для православного человека. Господь Бог стал на защиту нас. Сама Матушка Богородица покрыл своим опором наше воинство. И с молитвами мы погнали врага на запад. Счастье, что у нас есть Ленинградская победа. Счастье, что благодаря этим воинам, отдавшим жизнь за нас с вами, мы с вами живем, учимся, женимся, рожаем, созидаем. Это и счастье. И мы благодарны этим воинам, вождям, которые руководили воинскими операциями для того, что мы с вами можем жить ныне и присно, и во веки веков. Я убежден, что пока есть память людей о тех, кто отдал свою жизнь за Родину нашу, за свободу, пока мы будем их помнить и объединяться в этой памяти, Россия будет жить, все у нас будет в стране нормально. И самое главное, чтобы об этом знала наша молодежь. Я истинно сегодня порадовался, когда прошел по Мамаеву кургану и посмотрел. Столько молодых ребят, юноармейцев и просто молодежи приходит на главную высоту России. Потому что более святого места, вот в Волгоградской области, да я думаю, в целом в России, я Россию хорошо проехал и достаточно хорошо знаю, я не видел. И большое значение, видимо, не зря здесь поставлен храм всех святых, чтобы люди могли сюда прийти, пообщаться с собой и, наверное, как-то отдать память еще раз тем людям, всем погибшим за нашу святую Русь. Престолу Господа славы, Господу помолимся. О плачущих и болезнующих, чающих
престол во утешение, Господу помолимся. Отпуститеся им от всякие болезни, печали и воздыхания, и вселите и те же пресвящения. Thank you.
Отечество на поле брани, жизни свое положивши, от раны гладо скончавшихся, в пленении и горьких работах, невинно умученных и убиенных, и всех победы ради потрудившихся в Сталинградской битве. И уеже проститеся им, всякому прегрешению, вольному же и невольному. Я буду Господь Бог, ученик Божиев, и где же праведник, упокоясь. Грехов и у Христа бессмертного царя. Спасение, жизни покой, душ усопших рабов твоих, Христе Боже наш, вождей и воинов, за веру и отечество на поле брани жизнь свою положивших, от ран глада скончавшихся в пленении, горьких работах умученных и убиенных, и всех победы ради в Сталинградской битве потрудившихся, Христе Божий наш, и Тебе славу воссылаем со безначальным Твоим Отцем, пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Thank you.
Христос, истинный Бог наш, молитвен пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостол, святых славных добропобедных мученик преподобных и богоносных отец наших, святаго великомученика победоносца Георгия,
и всех святых, души приставшихся раб своих, зде ныне нами поминаемых, в селениях праведных учинит, и в недрях Авраамлих упокоит, и с праведными сопричтет, и нас помилует, яку благ и человеку любит. О блаженности вечный покой подожди, Господи, родом Твоим преснопамятным вождем и воином на поле брани. Сегодня приветствую с великим и священным днем памяти 76-й годовщины окончания Сталинградской битвы. Я благодарю высокопреосвященнейшего владыку Юстиниана, нашего собрата и соседа, что в этот священный день он разделил с нами память молитвы. И считаю, что это очень глубоко символично, потому что те далекие 40-е годы здесь, в Сталинграде, бок о бок сражались русские воины, по существу многонациональная армия Советского Союза. Мы знаем с вами в жизни много различных границ – административных, политических, государственных. Но есть еще
рубежи нашей Родины, которые проводит огненным перстом война, показывая особое духовное значение той или иной земли. И то, что именно здесь решалась судьба не только советского русского народа, но и существо всего мира, говорит о том, что здесь задолго до 20 века складывались духовные и исторические предпосылки. Мы помним с вами, что в этой земле, земле древней, находилась ставка хана, столица Сарайберке, здесь была основана Сарайская епархия, и Александр Невский, наш великий князь, дипломат и полководец, здесь защищал рубежи нашей Родины. Мы понимаем, что победу одержать, если подумать рационально, было невозможно. Но силой духа русский солдат, как всегда, выдержал. И вот генерал Чуйков, видя тяжелейшее состояние советской армии, стал укреплять боевой дух русских солдат тем, что транслировал в армии среди частей подвиги, которые совершали наши солдаты, наши генералы, летчики или танкисты, пехотинцы, связисты или молодые, юные сестры милосердия и санитарки. И вот слушая, как молодой парень, 18 лет, у которого, казалось бы, вся жизнь впереди, идет уничтожить поюдот противника, кидает гранату и сам получает осколочное ранение в бедро, находит в себе силы и мужество, чтобы встать и уже своей грудью закрыть огненные сопла пулемета. Конечно, такие примеры вдохновляли на новые подвиги. И когда уже, казалось бы, было бессильно оружие, голыми руками наши праотцы крушили противника. И в самый ответственный момент, когда уже думалось, что нет, не придет ниоткуда помощь, помощь пришла с неба. Матерь Божия явилась в Сталинграде и своим святым покровом покрыла русские войска, дала им благодатную помощь, и они одержали победу. И с тех пор мы особо чтим образ Божьей Матери, именуемый Сталинградским. И каждый раз, когда мы возносим свой мысленный взор к Богу, когда мы вспоминаем подвиг наших праотцев или смотрим на предстоящие труды в нашей жизни, мы помним о том, что еще есть и границы в нашем сердце, которые тоже непрестанно совершается битва. Какая сила одолеет, кто перейдет Рубикон, добро или зло? Запомни, сынок, учил один старец своего духовного сына. В каждом человеке живет два волка, черный и белый, и между ними постоянно происходит война. Кто же победит? Спросил отрок. Тот, которого ты кормишь. Будем же мы воспитывать в своих сердцах, в своих душах, в своих жизнях доброе начало,
добрые качества, будем проявлять дела милосердия, сострадания, любви, помогать нашим ближним, чтобы в наших сердцах искоренялось всякое зло, которое является начальником великого зла, а росло добро, которое является началом великого добра и спасения не только лично каждого из нас, но и нашего народа, и всей земли. Всех вас, дорогие, приветствую сегодняшним днем, и пусть память о подвиге наших предков останется в молодых поколениях, чтобы они священно хранили этот день и не позволяли проявлению зла в наше время. Все, Господи. Спасибо. Помолимся, братья, все. Владыкам кланяемся. Казаки пришли. Люба, приветствую. Я там подготовил, я тебе не сумму, все сделали, хорошо? С Днем Победы. Спасибо, спасибо. Праздником. 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 Наш Чечнян из Калмыкии. Листа, Калмыкия. Да, ну, сосед. Очень приятно, что там. Священный. Добрый день, праздник какой-то. Пожалуйста.
Выбирало Министерство обороны Совет ветеранов дивизии полков армии довольно-таки здесь от рядового до генерала. За прошлым годом мы отмечали 50-летие. Ансамбль создал скульптор Четич, и главным инженером был доктор технических наук. Захоронено здесь 49 тысяч человек, и остальные на воинском районе. Сейчас у нас идет реконструкция главного монумента. Все разрыли, очень скоро. Здесь скорбящая мать склонилась на тело своего погибшего сына. Склонилась на телом своего погибшего сына, а чтобы лица не было видно, прикрыли боевым знаменем. Здесь зимой, летом, озеро это озеро слез называется. Слева могила маршала Советского Союза Чуйкова. Он завещал похоронить себя на мемориале. Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, усопшим врагом Твоим, присно поминаем им, вождем и воинам на поле брани, жизни своя за веру и отечество на поле брани положившим. От ран и глада скончавшихся, в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных, рабов Твоих, присно поминаемых, Василия и Михаила, и всех усопших победы ради потрудившихся в Сталинградской битве, и сотвори им вечную память. Thank you.
Я архиепископ, совершающий свое служение в соседнем регионе, с Волгоградской областью, в Калмыкии. И скажу вам, что это сейчас, ведь вот мы с вами видим на карте мирного времени границы города, регионов. Но во время войны вы вряд ли будете придавать этому большое значение, где одна область, а где вторая. Тогда вся страна защищала себя от незваного врага, гостя незваного, который пришел сюда. Русские, калмыки и многие-многие национальности Великой России встали тогда вместе на защиту. И, конечно же, мы, как ближайшие соседи, жители Республики Калмыкия, мы ощущаем свою причастность, и, конечно же, к Сталинградской битве, потому что поле вот этого вот Сталинградского сражения, оно было огромно, и оно захватывало в том числе и нынешние степи Калмыкии. Там тоже проходили очень ожесточенные бои, активные действия военные. Мы сопричастники тех событий, мы помним об этом. И, конечно же, отзываемся сердечно на нынешнюю память и совершаем наши молитвы, стараясь вспомянуть всех тех, кто отдал свои жизни и во время боевых действий, и от голода, холода, в темницах, в изгнании скончавшихся, всех тех, кто трудился, оказавшись пока еще не в линии фронта, на мирном труде, отстаивая нашу Родину. Всех их поминая, и я бы сказал, мы не можем за божественной литургией, я так думаю, и поймут меня, совершать поминовение всех лиц других вероисповеданий. Но ведь молитва наша, как благодарность, разве может сосредотачиваться только на православных войнах, на только православных героев тех дней грозных? Мы упоминаем, конечно же, и молимся о упокоении всех-всех наших близких, православных и неправославных. И я думаю, что наша келейная, наша домашняя, наша даже панихидная молитва может включать в себя наше сострадание к тем жертвам, которые приносили все народы нашей великой России. Господь да упокоит их, а нам, детям, внукам тех героев, сохранять нашу Родину, жить в мире и согласии, и не поддаваться ни на какие разделения, на возможные провокации, чтобы мы помнили, кровь наших предков, она пролита вместе за нашу единую Родину. И так да будет впредь на многое, многие лето, а желательно до тех пор, сколько мир стоит. Епископ Роман, придите там? Впереди. Огромное вот это производство щигры. Поэтому приезжал туда буквально несколько дней, служил и спасался. Они думают, кто знает, как это. Так,
Хорошо. 9 часов.